На 179-м километре автодороги «Россия» в Калининском районе области перевернулся автомобиль «Рено Логан». Сначала иномарка врезалась в отбойник. По версии инспекторов ДПС, это произошло из-за того, что водитель не справился с управлением. 22-летний мужчина находился в салоне «Логана» один. С черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и сотрясением головного мозга водитель доставлен в больницу. В Тверской области продолжается ежегодная профилактическая операция «Снегоход». Одна из основных целей операции – предупреждение несчастных случаев и происшествий с участием водителей внедорожной техники. В рамках операции проводится адресная работа с владельцами внедорожной техники. Главный акцент – на профилактику правонарушений. Сегодня у нас плановый технический осмотр внедорожной мототехники. Город Весьегонск Тверской области техосмотр проводит главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора по Весьегонскому муниципальному округу Геннадий Панов. Судя по внешнему виду и технической характеристике машины, этот снегоход недавно сошел с конвейера. Хотя это не так. 11-й год выглядит шикарно. Да, состояние следим, следим, делом ремонтируем. Техосмотр данная техника прошла. На техосмотре присутствует глава Весьегонского муниципального округа Александр Пашуев. Наш Весьегонск находится на берегу Рыбинского водохранилища. И здесь на самом деле достаточно много снегоходной техники, будем говорить, такой всепогодной. Это и квадроциклы, снегоходы, квадроциклы, ну и многие другие. Конечно, эта работа очень важна и просто она на самом деле необходима. У нас взаимодействие с этой структурой, будем говорить, с инспекторским участком Гостехнадзора очень хорошее, очень плотное. Совместно проводим рейды и по реке, значит, по береговой полосе, совместно с рыбинспекцией, совместно с инспекцией по маломерным судам. Ну и, естественно, Гостехнадзор в этом тоже нам оказывает огромную-огромную помощь. На сегодняшний день в Верхневолжье зарегистрировано почти 4,5 тысячи единиц внедорожной мототехники. Из них более половины – снегоходы. За время операции инспекторами Гостехнадзора проверено около 1500 снегоходов на соответствие требованиям безопасности. Выдано более 400 удостоверений на право управления внедорожными мотосредствами. В рамках профилактики нарушений инспекторами Гостехнадзора проведено 96 профилактических визитов, выдано 513 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в области технического состояния и эксплуатации самоходной техники.